Ребяточки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, и исчезни эта надпись, в общем-то, и мы записываем, сейчас я под своим аккаунтом, как вы видите, по обедневшим ресурсам, в общем-то, и нужно мне тоже же сразиться в смертельной схватке с этим Додорексом, Додонатором, Додозавром и так далее, потому что, чтобы получить вот главный приз, вот такую вот статуэточку, нужно поучаствовать, хотя, по-моему, даже не обязательно, но не важно. Мы помним, что в гостевом аккаунте у меня получилось там что-то больше 200 тысяч, один раз, второй раз там что-то получилось около 190 с чем-то, короче, плюс-минус 200 тысяч. О, сейчас мы, кстати, уже вот эту штуку насобираем. Ну, теперь нужно будет сразиться и мне, и сражусь я, естественно, тремя разными диносами. Так, Метриофодона мы брать в расчет не будем. То есть он будет по силе примерно такой же, как и Эрлифозавр, если отнять 50%, да, но жизни у него будет мало. То есть первым у нас пойдет вот так, наверное. Я вот думаю, вообще стоит ли брать. Можно взять вот так и вот так. У него сильный удар, то есть он будет косить с одного удара первого, второго с двух ударов. Ну, пусть будет так. То есть это, в принципе, самое сильное, что у меня есть. Можно взять, конечно, было бы Приатродона или даже Индоминуса. Ну, давайте так. Для разнообразия сходим вот такой вот троицей. Почти что моих самых сильных. Так, с первого же удара ложим. Так, ну давайте попытаемся. Эх, подлец. Хотя сейчас, я думаю, стоит накопиться. Четыре удара. Что ты будешь делать? Он накапливается, подлец. Тогда мы делаем вот три в защиту, четыре в перенос. Будем ждать его атаки, значит. Чтобы он разрядился, так сказать. 6 ударов, давай, атакует на 4, подлец. Ну, давайте, проатакуем. На раз, два мы его пробили, раз, два сверху, раз, два в защиту и два туда. На всякий случай. Так, пробили. Ну, помню, что первого индоминуса, мы вообще-то до пятого, по-моему, дошли одним индоминусом. 4 точно пробили. Конечно, сигнозухом это не получится, вот уже нас тут, по идее, и положат скоро. Может, вот этого еще заберем? Ну, в принципе, его забрать легко, два удара и хана. 6, молодец. Пол жизни снял, большую часть. Так, ну у него по нулям, мы знаем, что у него по нулям. Я делаю раз-два, и отлично, смотрите, у нас буквально соточка сверху. Раз-два. И раз-два. Блин, у него 700 будет удар. Черт, надо было 3 поставить. Хотя он может и не проатакует сейчас. Вот, не проатаковал. Тогда я атакую на 4, 4 переношу. То есть добьем его эрлифозавром. Хотя и так неплохо. Смотрите, блин, почти пробил. 7, он на 6 должен атаковать. Всего лишь на 4, это очень подло. Пусть атакует. У него снова 6. И он атакует на 5. Отлично. Так. Раз-два, раз-два, раз-два. Та-дам! Так, а сколько у нас эта птичка, по идее, должна весить? По размерам-то, а? Она не сильно выступает. Я думаю, тонн 5 она должна весить.
если ее сравнивать с индоминусом, у птиц там скелет может полегче, конечно. Ну, тонны 4 точно есть. Ну, высоту 1,4-1,5 метра. Ну, вот смотрите, второй этаж 3-4, даже 5 метров есть, смотрите. Там вот на заднем фоне у нас. Семь, атака будет. Нет атаки. Смотрите, какой трусишка. Сидит в защите наглухо. Ну давай, 8, атакуй. Атакует на 7. Супер удар. До дошки. Ну, в общем-то, не больно. Один балл остался, нужно его пробивать. Раз, два, три, 4, 5, 6. Пробили 7 в защиту. Давай, руби его на капусту. 40 сейчас будет сколько? 80 тысяч, да? Ну вот это максимум, конечно, этого обзавалить, и было бы вообще шикарно. Свирепо, блин, когда птица так атакует, это выглядит ужасно. Сейчас тоже нужно отсидеться. 5 атакует на 3. Ну, у него там чуть-чуть баллов осталось. Ладно, будем сидеть в защите пока. Хотя нам нужно эрлифозаврам пробить много. 3-3, опять оставил немножко баллов себе. Давайте сейчас пора его продемажить немножко. Ну, мало, 20 тысяч очень мало. Опять гаденыш себе оставил. Много баллов. У-у-у, 7. Пробьет, походу. Да. 6-5, 30. Пробивает. Плохо, конечно. Ну, если... Подождите, у нас 8 ударов хватит. Нам хватит его сейчас пробить. Легко. Следующий будет бить, наверное, 800. Блин, а. Обидно получилось. Пришлось бить 7. Чуть-чуть не хватило, чтобы его за 6 положить. Но мы еще сможем чуть-чуть ударить. У нас жизни-то прилично. Рискнем. Плохо. Ну, на 4 проатаковал из 6. Ну, еще мы можем немножко посидеть. 2 в защиту подлец поставил. Ну, сейчас, я думаю, стоит его уже атаковать. Да. У него остался всего лишь один балл. Так, раз, два, три, 4, 5. Ну, вот так давайте. Я думаю, ну, чтобы мы еще, если разок выживем, то будет хорошо. Чтобы урон был побольше. Давай, на все 5. Блин, всего лишь на 2, подлец. Ну давай, мы посидим. 3-4 удара я выдержу. Давай. Нам бы еще разочек ударить его так смачно. Смотрите, я уже накопил 3 балла, но он накопил уже
7, 4, не, ну да дайте выжить, пальцы нахрест, yes! Yes! Ну, не получилось накопить 8, но по полной капутушке мы его атакуем и большую часть житла ему снимем. У него 127 осталось, 1070, да, мы снимаем. Блин, а вот если бы был еще один, ну, наверное, не хватило бы. Но хорошо, очень хороший результат. Я доволен. Лучше сделать сложно. Вы это видите, ребята? 335 тысяч. Да я даже в гостевом аккаунте тремя пахи голозаврами, тремя индоминусами, тремя приэтродонами не смог столько сделать. Ха-ха! Вообще шикардос. Супер, короче, ребята. Супер. В общем-то, нужно будет еще зайти в гости и тоже взять троих самых сильных. И там вот попытаться как-то сразиться. Будет очень интересно. Шикарно. И вот мы еще один рубеж прошли. А сколько времени остается? Где здесь таймер? Ну, у меня просто шикарный лучший результат. 335 тысяч. А, еще 3 дня будет. О, мы тут еще, ребятки, с вами навоюем. Так, ну тогда на этом все, потому что мне нужно выполнить, как обычно, еще 2 турнира выходных дней. Потому посмотрим, что у меня по динозаврам там останется. И я еще потом сниму видосик. Всем спасибо за просмотр и за поставленный тобой лайк. До скорых встреч!